Ну, как я уже там писал, говорил, что, ну, вот для меня самая такая боль, которую я переживал, тяжелая, это ощущение себя отдаленности от высшего, отдаленности от Бога. То есть, когда ты разворачиваешься, с одной стороны, ты в своем эго, в своей личности, ты живешь ту жизнь, которую типа ты хочешь, но с другой стороны, ты чувствуешь вот эту отделенность от мира, от всего. Но я думаю, это возможно только тогда, когда ты почувствовал в какой-то момент своей жизни, да, ты почувствовал, что ты вот с этим миром соединен, что ты проживаешь его внутри себя, что ты есть этот мир, часть этого мира. И вот когда, например, у меня возвращается вот ум, какие-то тараканы, сценарии захватывает, город захватывает, и я чувствую, что я теряю вот эту соединенность, да, то есть тогда я чувствую такую настоящую боль. Она несопоставима ни с какой болью, которую я проживал там в жизни от потери отношений, от травм каких-то.